Господи, помилуй во всех посмешествуешь, я во благой Господи, милостина и рабом Твоей, Артемия, Алексея, Александра, Валентина, Стефана, Евгения, и же с ними, воспешествуй, спаси его благополучное совершение, делу их сохранение и восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы. Шишкова баба, баба, выйдет с лесу, дорога хорошая, как зазвонит, все моя матка говорила, нигде такого колокола не было, как у Шишкова. Господи, помилуй ангела твоего хранителя, представи делу всему благое тебе, Господи, еже воспятите, вся препятствия видимых и невидимых врагов, успешество же... Удивлялся, сколько лет простояло, как покрыто было железо, и никто не красил, ничего не переделал. Все было нормально. Господи, помилуй его, слава Твою вся творить и повелевая, Господи, рабом Твоим. Артемия, Алексею, Александру, Валентину, Степану, Евгению и Жасмине, Твоей славе дело свое начинающим, благословением Твоим поспешится благополучно, с довольством к совершению подашь, здравия. Ну, раньше мы ходили на ярмарку к Улью, и эта церковь так все и была. Церковь войну разбили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй Ты, спаси нас, яко благой человека любец. Спасибо, Господи, братья, за молитву. Выключай. Ну вот. Ой, хорошо-то как. Я рад, что здесь молитва прозвучала под сводами. И так хорошо на душе сразу стало. Начало есть. Начало есть, да.